Итак, у нас первое испытание в воде Xterra Elite. Поскольку скуба у нас нету, копать будем руками. Давненько такого не было. Самый лучший скуп — это рука, если не глубоко. Кстати, работает довольно стабильно. Сначала, когда я зашел в воду, он какие-то помехи ловил. Потом как-то он отстроился. Чуйку я убрал до 20. Будем по старинке пробовать. Сейчас будем смотреть. Нет ли ничего? О! Первая находка на этот прибор. Первый еврик. Что, отлично? Программа стоит у меня. Пляж 2. Морская. Вот. В принципе, хожу на ней пока. Вот. Пока на этом все. Ждите следующих включений.